На протяжении нескольких лет в адрес администрации поступали жалобы от жителей поселка Семхоз, проживающих на улице Институтской. Жаловались на качество дорожного покрытия. По словам жителей, проехать здесь невозможно, пройти тоже. Глава района Михаил Токарев и начальник управления транспорта Андрей Досовицкий приехали разобраться в ситуации. А сейчас дорога покрыта щебнем, что соответствует техническим нормам для малозагруженной проезжей части. Жители хотят, чтобы на дороге уложили асфальт, а это требует бюджетных затрат. Сами жители с представителями администрации встретиться не захотели. На просьбу руководства встретиться, жители отказываются встретиться, это именно те, кто жалуются. Ну, по нашей информации, это москвичи, которые имеют дачу, приезжают сюда. Но в устной разговоре со мной они поясняли, что мы все равно добьемся, так или иначе, чтобы вы положили асфальт. Ну, считаю, как минимум, это некорректно. Да, и под разными надуманными предлогами поступают, значит, необоснованные жалобы на эту улицу. Мы в следующий раз пригласим сюда представителей Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы они убедились, что улица по своему техническому значению соответствует то покрытие, которое в настоящее время здесь находится. Дорогу на Институтской заасфальтировать все же планируют. Но пока перед районом стоит задача привести в порядок более загруженные транспортом участки. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Программа «События».